Многовековой опыт показывает, что толерантность и дружба народов – это важный фактор демократии, стабильного и гражданского мира, процветания в государстве. И все эти черты присущи новому Узбекистану. Одним из приоритетов политики является укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, воспитание молодого поколения в духе уважения общечеловеческих ценностей, на что направлена, в частности, деятельность национальных культурных центров в нашей стране. Многонациональный Узбекистан, где единой семьей, в мире и согласии живут представители различных национальностей, сегодня в процессе обновления, созидания, развития. Отдельное внимание уделяется созданию благоприятных условий для осуществления деятельности национальных культурных центров, которыми инициируются яркие встречи, мероприятия, фестивали, еще более сплачивающие наших соотечественников на пути дальнейшего процветания страны. Что можно видеть и на примере 6 национальных культурных центров Джизакской области. Мы живем в нашем Узбекистане одной дружной семьей. Мы один народ, который ценит и оберегает этот великий дар. Представители различных национальностей, взаимодополняя друг друга, стремятся и далее укреплять эти основы, активно участвовать в процессе обновления страны. И мы все это стремимся отразить в каждом нашем мероприятии, в творчестве. Мир и спокойствие, возможность трудиться и реализовывать свои жизненные планы. Самое большое богатство, которое ценим и оберегаем. Это вам скажет каждый узбекистанец, смело смотрящий в будущее. Мы строим новый Узбекистан. Кто бы ни был, русский, кореец, казах, киргиз, татарин, мы одна семья. Мы живем сегодня дружно, никаких у нас проблем нету. Мы всегда со всеми как акаука. По-узбекски говоря. Благословенная земля Узбекистана. Родина, на которой мы трудимся и растим детей. Строим планы на будущее, свое счастье. И каждый сегодня старается, воспользовавшись созданными широкими возможностями, реализовать свои способности, потенциал, внести достойный вклад в дальнейшее развитие страны. Один из таких соотечественников, Мухтар Гуджибаев, проживает в городе Гагарине. Мы выращивали зерноколосовые на 50 гектарах. С каждого из них получили в среднем по 60 центнеров урожая. На более чем 100 гектарах возделываем хлопчатник. Сейчас ударные 30 дней, и мы должны максимально эффективно воспользоваться каждой минутой, чтобы поднять осенью большой хирман. Только кропотливый труд, сплоченность, усердие и взаимоуважение приведут нас к общим целям, для чего в нашей стране созданы все условия. Благодарность, радость, гордость. Все эти чувства наполняют и сердце 83-летнего еще одного нашего соотечественника, корейца по национальности из Хорезмской области, Горький Ан. Детский врач, долгие годы работал хирургом в этом направлении, продолжает свою деятельность и сейчас в первой семейной поликлинике города Ургенча. Я очень горжусь, что я родился в Узбекистане и оставляю вслед медицине, что я делал добро. И так мы встречаем каждый день, каждый миг жизни, наполненный особой энергетикой созидательного ритма.